Всем привет, с вами мистер Чизер, вы смотрите мой жесплей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Властелин колец, битва за Средиземье 2. Идем дальше, в принципе, в Эребор, или Эребор, я не знаю, думаю, толкинисты меня подправят. Я, ну, не всегда, мне кажется, правильно ставлю ударение в некоторых словах. Ибо я человек, который смотрел только лишь три фильма по Властелину колец, но книжкам вообще даже не притрагивался, и даже к фильмам по Хоббиту даже не притрагивался. Так что я могу в чем-то ошибаться. Но, тем не менее. Короче говоря, идем к гномам дальше. Самые-самые их, скажем так, дебри. В шахты, как я вижу по картинке. Посмотрим, что мы там сможем награбить. А, это тот город, который мы обороняли. Теперь мы его штурмуем. Решающая битва гномов и людей с силами Саурона. Если темный властелин одержит победу, все земли к востоку от мглистых гор станут его вотчиной. Тогда силы севера обречены. Дайте мне эту армию, я сделаю все за 5 минут. Черт возьми. Прежде чем нападать на гору, мы должны покорить город Дейл и захватить все его ресурсы. Вот тут рабочих. Применяйте осадные орудия! Давай сначала мы залетим в этих парней! Шевелись. Так, вороны должны что-то не плоскость скрочить Дейла. Убить людей, избавиться от останутся с урона. Пусть будет так. Так, ну за ними надо бегать. Ого! Померли? Не-не-не, это мы захватим. Парни, идем ломать, короче, все. Не задерживаемся. Это что такое? Дайте мне мои катапульты. Ломай все. Будьте начеку, готовьтесь. Ломай все. Какие враги? А, они туда засадили пацанов, я понял. Я понял. Весь этот город должен быть разрушен! Да ж... Вот это весело. Я эту миссию просто хреново помню. Как тут надо аккуратненько все делать. Поэтому и туплю очень сильно. Ну ладно. Думаю, ничего сложного здесь не будет. Деньги сейчас доберем и все. Баблинское забираем. Хорошо. Награбим добра. Ломайте эти вышки. Так, вы вдвоем идите сюда. Нам надо эти вышки снести. Так, иди деньги забери. А, тут у нас метатели, да? Может, ты дерево возьмешь? Я помню, ты это сам делаешь. А, отлично. Ломай! Бум! Хорошо. Да, сейчас сделаем все. Ох, етить! Парни, там наши катапульты ломают. Ничтожная армия недостойна Мордора. Дейл очищен от врагов, хорошо. Постройте крепость. О, наконец-то нам дали парней. 2500. Блин, денег нифига нет. Погоди. Тут очень много деревьев. Парни, давай-ка сюда. Разберемся с проблемами. По-нашему. Нашими любимыми методами. И деньги заберем, естественно. Так, хорошо. Да исполнится воля Саурона. Да вы что, сдурели? Во славу Мордора. Во славу тьмы. Вы совсем сдурели. Ломай их. Во славу Мордора. Нет, не ломай их, я пошутил. Я пошутил.
духи пусть идут валить всех. Работники! Так, главная база. Работы нет конца. И давай-ка заниматься все-таки деньгами. Дайте мне инструменты. 100%, 100%. И 100%! Где? Где? 100? Во славу тьмы. Ого, их тут. Сейчас всем сдурели. Тут базу строить вообще-то надо. А, черт! Во славу Мордора. Парни, нужно подкрепление! Срочно! И куча денег. Опять же срочно. Паучки. О, глубинный страж, вот где он нам пригодится. Наконец-то. Парни, развлекаемся. Кто следующий? Мы возвели крепость. Так, хорошо. Работники. Ямы орков давай сразу делать. Далее, давай-ка тут поставим какие-нибудь типа... Кто следующий? Да черт возьми. Да дай мне выбрать место для постройки. Хотя бы одну катапульту дайте надо поставить. Так, хрень троллей. Оборону сразу на всякий случай. Так, глубинный страж тут развлекается, хорошо. Поможем ему. И пойдем все убивать. Нужно еще 5 катапульт. 5? Одной не обойтись. Да я могу и одной как-то постараться, знаете ли. Я очень изобретательный. Инструменты. Да, о, харадримы! Пацаны, вот вас-то я и ждал очень долго. Ой, в своих же залетает! Хорошо. Парни, ломай всех. 10! Можем еще вышку запазать. Она, конечно, так себе, но... Приятно, тут несколько орков будет стоять. И веселиться. Так, вы остаетесь? А вы отходим. А вы отходите. Дайте мне инструменты. Давай-ка еще тут вышечек поставим. Так, что у нас тут? Копейщики харадримы. Давай, чехарадрим. А что ты хочешь сказать харадримы, а не харадримы? Парни, проблемы! Блин, что-то косые катапульты. Так, такие классные проблемы у вас могли быть. О! Востаки, давайте сюда. Мои любимые парни в первой части были. Блин, денег нифига нет. Надо вот это ломать, наверное. Что происходит? Вы мне скажите, пожалуйста. Пожалуйста, скажите, что тут происходит? И где мои деньги, кстати? Where is my money? Здесь востоки, так скажете. О, привет, парни. Деньги пойдем заберем. Так. Что это там? Две катапульты. Что это там? Да я сказал, две катапульты. Давай сломаем эти здания. Деньги заберем. Будьте наготове. Паучок! Паучок тут стоит. О, вышка все еще стреляет. Они вообще на нее ноль внимания. Так, а, это наши копейщики, ну, я понял. Копейщики Харадрим. Я понял, кто это. Так, ломай. Забираем. Тут домики еще поломаем всякие. Разрушить все, вы слышали? Улучшили шатер. Непокорные понесут кару. Так, ломайте эту всю хрень. Летит, летит. Пленных не брать. Делаю землю сюда, пожалуйста. Отойдем, давайте. Давайте отойдем чутка под вышки. Сюда. А теперь можно атаковать. Хорошо. Тут вышка еще постреляет, я более чем уверен в этом. Готовьтесь к войне! Мы вас завоюем! Готовьтесь грабить! Здесь мы закончим. Что делать дальше? Сместись, лица. Кто посмел? Давай, забираем баблинское, оно нам сейчас очень пригодится. Так, что по апгрейдам? О, вот это уже лучше. Нет, нет. К
Крепость становится менее уязвима, когда... Да блин, что за херня всякая? Вот это вот, наверное, классная штука. Да, гигантский шар огня. Давно. Где моя таверна? Я ее вроде еще не строил, да? Защищайте строителя! Как скажете, хозяин. Мы починим сотни. Строителя? Отходи. Во славу тьмы. Забираем деньги. И эти тоже. Пошли. Так, ну вроде как более-менее здесь все у нас. Вроде как все неплохо. Таверна скоро будет готова. Еще давайте харадримов. Чивостаков, как их там кличут. О, жесть. Убить все. Так, хорошо. Давай-ка подумаем. С деньгами вроде проблем уже нет. Надо теперь в основном... Что нам теперь надо? Разведка нам нужна. Ага, понятно. Никакой разведки не будет. Там все снесут. Мы закончили. Деньги закончились? Серьезно? Парни, это что, реально? 100%, давай. Деньги у нас сейчас будут. Так, давай заберем. Хорошо. Тут вышку поставим. Ломаем здание, собираем баблинское. Паучки. О, паучки, тут помощь нужна, давай. Тут вышку пытаются сломать. Ломай! Так, куча денег. Куча денег. Хорошо. Вот и деньги появились. На апгрейды. Так, зазубренные стрелы. Давай, это вот этим парням. Вам нужна кузня. Которая у меня есть или нет, у меня ее. Наверное, здесь в мастерской все делается. Я уже не помню, ребят. Честно, не помню, что где делается. Ну, скорее всего, здесь. Все апгрейды. Готовьтесь к войне. Астаки не отступают. На нас напали. Астаки в бой. На нас топали, где? Мы улучшили таверну. Все клевета. Паучки, что стоим? Воевать. Только что прибыл новый отряд Харадрим. Постаки в бой! Войны! Собираем деньги. Будьте наготове. А, это именно лучники? Я вас понял. Так, уже близко. Так, а нет, в таверне апгрейды делаются. Доспехи, оружие. Как скажете, хозяин. Ну, собираем деньги. Все ништяк будет. Пока что какое-то затишье у нас. Да исполнится воля Саурона. Так, парни. Не, найдите все деревья. Мы починим все, что прикажут. На нас напали. Ну, я даже пока не знаю. Вроде все нормально. Давай тут вышку поставим для защиты периметра. Берите деревья. А нет, начали нас атаковать. И вышку тут снесли, кстати. Залетает. Внимание, лучники. Так, харадримы. Чип, востаки. Забираем деньги. Сейчас они нам пригодятся. Так, таверна улучшена, я слышал. Давай стрелы по этому. Ну, вроде пока ничего так. Ой-ой-ой. Вот это залетает. Давай. Сейчас у нас тут восстановятся некоторые навыки. Мы там больше кучи залетим. Так, зазубренные стрелы. Доспехи вам, парни. Для вас ничего не жалко. Мечи готовы. Вот эту хрень давайте ломать. Дайте мне инструменты.
Так, ну и хватит. Извините, так, апгриды готовы. Стрелы пока в процессе. Но они нам тоже пригодятся, это очень классная штука. Как вы понимаете. Так, а давайте отойдем. Ой-ой-ой, парни, проблемы у вас. Давай, держим. Становимся в боевой порядок. Вижа. Получаем бафы. Ну, воюйте, короче. Все, что могу вам посоветовать. Так, пусть там идет веселье. Вы давайте в общую кучу. Здесь призрак веселится. Люди Востока! Огненные стрелы, быстро сюда. Так, 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 так. Катапульта, уровень 2. Да блин. Что ж так все плохо? Так, бежа, тут хорошо стали, парни. Давайте вам землю еще классную. Мою любимую. Так, все. Пачка, в принципе, готова к атаке. Давайте общими силами продвигаться вперед. Север, запад, слева, да? Подожди. Мне сказали, с кота запада приближается отряд. Отряд гномов. Это он? Если это он, то нам нужна защита. А потом уже атаковать. Да не, не похоже это на мега крутой отряд гномов. Абсолютно не похоже, парни. Так, херня какая-то. Давай в атаку, короче говоря. Меня решили напугать, как я вижу, но у них не получилось. Кстати, если я правильно помню, тут можно аккуратненько так зайти. Вот сюда, да. Давайте-ка с этого направления и пройдем. Логично же будет. Так, вы тут стоите. Ты давай куда-то туда идти, да. What? Враги наступают! Это Глоин. Он ведет гномов в железных What? Опять они. Ты серьезно, мать твою? Ты, мать твою, серьезно? Вот черт! Они сзади нападают! Мать твою за ногу! Быстро сюда все вернулись! Видите, какая жопа тут у нас? Какого, мать вашу, хрена? Что это за говно? Охренеть! Глоин приперся, вот сука! Больше мне сказать нечего! Парни, все назад! Все херня, у нас тут полная жесть! Цитадель гномов, что ты тут забыла? Твою налево 10 раз! Защищать бойню! А ну быстро, в атаку! Черт возьми, а, парни! Вы вас вернулись быстро все! Охренеть! Вот этого я никак не мог предвидеть, никак не мог вспомнить. Так, нам надо что? О, червей бы неплохо бы делать. Хотя производство тоже классная штука. Черт, какая-то жесть пошла! С всех сторон просто ломятся. Так, вышку быстро сюда. Они на отвлечение внимания. Черт, пиратов сюда, быстро всех. Сейчас разберемся тут с проблемами и быстро назад.
Так, духи, быстро сюда. Блин, парней из Дунланда еще нет. Ломай. Давай. Быстро, парни, сюда. Видите, какая жопа к нам пришла внезапная. Просто битва тысячелетия какого-то. Да ломайте вы эту хрень. Хорошо. Так, дальше, что у нас есть классненькое? Такой глаз нет, производство классно, но нет, нет. Залпстрел нет, пробуждение змея, вот это неплохая штука. Уход на террористское плато оказался успешно заключен в союз. Какой союз? Какое плато? Вы о чем? Сейчас надо контратаку быстро организовывать. Вот это поход, тут что-то показалось. Надо сейчас с этой стороны будет нападать. Они тут пачкой идут, надо вот с этой стороны и нападать. Я думал уже все. Фу. Выдержали вроде натиск. Так, вы давайте назад. Вы идете с нами. Так, что такое? Разрушите трон Эребора. Сделаем. Непокорные понесут кару. Сначала давайте сюда пройдемся. Да какого хрена, кто? Вот это хрень. Очень логично выбирать своей целью именно вот эту готов, вот постройку. Ока следит за нами. Давай восстанавливаю экономику тут. Это нападение! Это нападение! Это дичь! Давай два строителя еще быстро. Изменники будут наказаны. Давай, давай, давай. Пушим линию. Да вы задолбали разрушать мои... Да что вы не убьете их никак? Давай. Грим, грим, атмосфер. Так, ну тут разберутся наши, думаю. Нас атакуют. Хорошо. Хотя я сомневаюсь, что они разберутся. О боже мой, Назгул. Что ж вы делаете, изверги? Так, ну тут все более-менее, как я вижу. Хотя, если сказать более-менее, то здесь сказать абсолютно ничего. Ибо нас тут попросту убивают. Так. Восстанавливаем численность нашей армии по-быстрому. Мы обнаружили врага. Вперед, строитель, не зевай. Эй, ты это видел? Отовсюду просто ломятся эти мудаки. Как же им не надоело. Работники. Так, быстро давай. Далее. Лес назад. Здесь восстание. Ты что тут делаешь? Пошли. Здесь пираты. Шевелитесь, следующий. Так, пираты, в Астаке. Вот сюда давай, быстро. Вперед, морские крысы! Нет. Вот сюда давай проходить. Тут, конечно, жесть происходит какая-то. Но дикари из Дунланда, думаю, разберутся с этой проблемой. А мы тут аккуратненько пройдем, да? Так, заходим. Ярости вам тут всего давай. Яма готова. Готова. Можно отдохнуть. Так, хорошо. Назгул, он с нами. Назгул с нами, о господи. Ой, счастье-то. Добра, тут противники просто тупо отовсюду ломятся. Следит за нами. Только что прибыл новый отряд. Строитель, живи! Хорошо. Так, ну вышки более-менее справляются со своими задачами. Это только более-менее. Заходим. Еще подкрепление сейчас вызовем. О, хорошо. Червячок, вали тут все. Давай, давай, давай. Делаем все подряд. Паучки, все выходим. Так, деревья готовы, можно быстро поднять себе экономику.
Войны! Правой! Так, заходим быстро сюда на помощь. Так, а ты не можешь дальше идти, да, вот это хреново. Вроде по земле ходит, а вроде и нет. Вроде как-то перемещается криво. Так, парни, бафаемся. Да почему? Глашатай Саурона, что такое? Блин, не та кнопка. Что с тобой не так, дружище? Действительно? Тут бездельников не будет! Это нападение! На, скотина! Хорошо, потихонечку объединяем войска. Люди Харада вообще классные парни, мне не очень нравится. О, господи, что тут происходит? Ой, ой, это лучники, что ж вы так идете в лобовую? Нет никаких подкреплений. Сейчас тут объединимся и большой волной пойдем в атаку. Так. Глубинный страж еще не готов. Вряд ли будет скоро готов. Так, парни. Вот это хреново. Вот это хреново. Люди Харада, получайте! Это они! Это враги! Это враги! О боже мой, парни, действительно! Так, герои залетают уже, я вижу. Хорошо. Тут землю. Не, можно, смотрите. Хорошо. Залетаем. Залетаем. Так, на десятку ничего не сделать. Неплохо было бы сделать, конечно, и залп, и прочую, хрень, но... Потом. А, парни. Отходи. Где наши пацаны Харада? Господи, какая же дикая дичь. Именно дикая дичь, я больше никак это описать не могу. Готовьтесь к бою, воины. Так, апгрейды. Будьте наготове. Будьте начеку. Апгрейды, апгрейды, апгрейды. А вы тут залетайте и ломайте все. Трон где-то там. Это я вам такую подсказку даю небольшую, парни. Орочья яма готова. Да ломайте. Враг уже в лагере. Мы готовы выполнить. Только что прибыл новый отряд. Тут, черт возьми, я больше трачу на защиту сил, чем на атаку. Да так нельзя. Надо атаковать. Хорошо. Казарму вы добьете, надеюсь? Отлично. Заходим. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, подкрепу отправляем. Катапульты тоже отправляем. Так, подкрепа отправляется. Хорошо. Ну что, заходим, парни. Подкрепа, конечно, будет не скоро, но у нас глубинный страж есть. Он думает сейчас повеселиться. Так, сокровище гномов. Я здесь, чтобы служить тебе. Да исполнится воля своя. Валим их! Валим их! Ой, сейчас, конечно, нас сдохнет, но ладно. Зато стражу вызвали. Скоро будут дикари. Так, Крон, конечно, завалим. Вот куда ты бежишь, идиот? Страт какой-то херней. Так, давайте перемещаться в другие места. Хорошо. Король Дайн мертв. Отлично. Добрая месть для владыки Саурона.
дикари! Мои любимые парни, заходим! Так, ломаем им крепость потихоньку. Хорошо, Востаки вообще классные парни. Завалить трон, завалим. Так, 15 силы. Что будем делать, господа? Вот это очень классная штука. Вы только смотрите. Сейчас, где тут у нас ресурсы? Прям бах! Плюс 26. Опа, опять они. И плюс 76. Ништяк, классная штука. Живее! Слушайте! Что это там? Все пачкой тут на трон этот нападаем. Так, паучки скоро будут. Да потихоньку проходим, не задерживаемся, как говорится. Так, апгрейды у вас есть. Вам апгрейды, я вижу, особо не надо. Блин, тут выживших панты. Так, если армия больше не может расти, то это хреново. Ой, да давай! Иди сюда! А, ну вы решили это. Камбэк сделать, да? Пауки, быстро сюда, на помощь. Землю тут можно сделать. Вообще классное место. Пауки, бьем. Они тоже почти все сделали, давай. Гномы сготовились. Да. Недалек тот час, когда Саурон будет править среди... Победа! Да! Ух, бедный гном, мне даже немного жалко. Смотрите, во что мы превратили их классный город. Произведение искусства, конечно же. Много лет назад гномы потеряли шахты Мории. А теперь они лишились и своего дома в Эреборе. Нафиг было на Саурона быковать. Ах, хорошо. Ну что ж, Ривенделл, это, по идее, уже последний эпизод, насколько я помню, за силы тьмы. И пойдем мы уже туда, в следующем эпизоде, в следующем видео, в следующей серии, называйте как хотите. Ну а пока что на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся уже в следующем видео. Всем удачи и всем пока!